все пора, next round. Вероника Велеш-Зузулова, Словакия. Красный старт. Red start from Slovakia. И Александр Даум, Австрия. Austria, blue line. Синий старт. Среагировала на стартовые ворота гораздо успешнее Вероника Велеш-Зузулова. И это ей гарантировало уже солидное преимущество на середине дистанции. Осталось его закрепить на финише, что и делает словацкая спортсменка весьма уверенно. 28 секунды. Но неплохо, неплохо прошла вторую часть дистанции Даум и отыграла потеряно на старт. В следующем дуэте встречаются... Представительница Швеции Канстотер. Красные ворота. Red start from Sweden. И синие ворота. Тальман, Австрия. Blue start from Austria. В этом старте, кажется, все было одновременно, быстро и без задержек. Собственно говоря, явного лидера нет и на половине дистанции. Кажется, такого упорного заезда еще не было. Карман Тальман, the winner of this hit. 21 сотую секунды она выиграла у Фриды Арнстотер. Blue line shield. The ball of Austria. Кассен более удачливо на стартовой части дистанции. И такого большого преимущества на половине, на финишном трамплине, кажется, не было ни у кого. В итоге 5 десятых секунды в пользу Михаила Киргаса, the winner of last hit. И заключительная пара в 1/8 финала у женщин. Шифрин, Микаэла Шифрин против канадской горнолыжницы Хелан. Британи Пан, Канада, синяя дорожка и красная трасса Шифрин. Лидер Кубка мира сразу же берет праздное правление о себе. И неудачный проход ворот, пропуск ворот у... Канадки Фелан, уверенное преимущество, победа Микаэлы Шифрин. Сенсации не состоялось. So the winner from USA.